Здравствуйте. Электричество из картошки мы уже получали. Сегодня я покажу вам, как получить более мощное электричество из простой воды. В моем стаканчике расположены мои электроды. Вы их уже помните. Никаких батареек там нет. Стрелка замерла на нуле. Вливаем в стакан воду. Это обыкновенная вода. Стрелка рванулась и даже зашкалила некоторое время. Можем даже проверить напряжение. Дольем воды. Как видите, доливая воду, напряжение становится еще больше. Это примерно 0,7 вольта. До 1 вольта не дотягивает, но хотя бы 0,7. При этом не проходит ток. Целый микроампер. Конечно, зажечь такой батареей светодиод или запустить микромотор не удастся. Но такого электричества явно больше, чем в обыкновенной картофелине. Пока.